Ты что, не выспался? Все два хирингуя я читал. Ну и как? Да ни хирингуя не понял. Это чем-то ты тут занимаешься? Коктейль хочу выпить. А что за коктейль? Ледяные Мэри. Вот вы все говорите, что ваша жена ворчливая и вредная, а я давеча видела, как она вас гладила по голове. Это она, скорее всего, определяла, в какую сторону у меня голова откручивается. Дед, а какое ты пирожное больше всего любил в детстве? Картошку. Да уж, кажется, у тебя было трудное детство. Чё, голова болит? Наверное, магнитная буря. Это ты вчера коньяк вином запивал. Я и говорю, магнитная буря. Нам надо с тобой расстаться. Ты бесчувственная, самовлюблённая, эгоистичная и циничная стерва. Ну, это понятно. А расстаться-то почему? Какого вина взять на вечер? Белого или красного? Возьми оба. Сделаем розовое.